Ну что, всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чегеря, вот это реакция на вторую серию сериала «Шекер. Издержки профессии». Очень долго приходится ждать выход новой серии. Я так понял, они набирают просмотры на YouTube. Вообще, по-моему, это у вас там популярная площадка, да? Ну, аналог YouTube. Ну, блин, слишком долго. То есть, я даже не помню, когда, недели две назад, наверное, выходила первая серия. Короче, это очень печально, но чё, куда деваться? Я всегда буду ждать, когда серия появится у них на официальном канале. Вот, ладно. Парнишка, в общем, стал курьером, начал прятать закладочки. Вот, давайте продолжим смотреть. Сегодня, наверное, нет ни одного человека, который бы хоть раз в жизни не сталкивался с рекламой синтетических наркотиков. Она повсюду. На гаражах, в подъездах, на стенах административных зданий, ТРЦ, многоэтажек, в спальных районах и даже на асфальте. Стражи порядка ведут активную борьбу, привлекают молодежь, активистов, те вооружаются баллончиками, закрашивают. Но насколько это эффективно, вопрос большой. Съемка, конечно, крутая. И, скорее всего, я замажу какие-то моменты, вот как в начале было. И, возможно, буду менять музыку, чтобы монетизация шла. Чувака накрыло, короче, жестко, жестко. Ну, по всей видимости, так накрывают. Ну, и что-то типа того. Было бы прикольно, ну, от первого лица сделать вид, как он видит мир. Я убегаю, короче, они до конца гнались. Поворачиваюсь, поворачиваюсь, и в такой кармашек, короче, под двор, короче, забегаю, и в кармашек, какой нашел, короче, они светят фонарем, короче. Вот тут стоял луч, короче, и я тогда пиздец охуел. Прям как в фильмах, короче. Бля, думаю, все, пиздец, попал, короче, и тут-то они уезжают, прикинь. Ебать, брат. Батя, красавчик, сука, ебать, как фартануло. Ну что, я понял, ночью не варить-то работать, а девочки видят. Бля, братан, аккуратнее нужно быть. Нужно за 5 секунд. Опасно же. 5 секунд. Заложил, все, как ниндзя. Резко сфоткал, свалил. Все, салам алейкум оттуда. Я-то не ниндзя, хумаш. Ну старайся, бля, жу сын респа. Бля, ниндзя хуёвый с тебя. Херню скажешь, бля, за 5 секунд тебе, да? Это нужно, чтобы клад чуть ли не сам цеплялся. Холодильник вообще холостяка. Или студент. Просто тупо пустой. Говоришь, как ниндзя? Эй, Алтик, что делаешь? Смотри, я ниндзя. Кайф, дай попробуй. Нормально. Котелок творит. Красавчик. Еще пару дней за учебу раскидаю. А если месяц поработаю, то смогу себе тачку купить.
А дальше еще радакам можно дом поднять. С большим двором, бассейном. Бать, братан! Прикинь. Ты же учебу хотел закрыть, ты че? Да я так просто разгоняю. Смотри у меня, блядь. А чувствовал вкус денег. Да, мам? Малам, ты не забыл, что надо забрать мясо в три? Сегодня в три? Ты все-таки забыл, да? Ай, Томхой Саван, не забудь. Сообщение специально отправила. Да нет, я пошутил. Нет, не забыл, конечно. Зачем так шутишь? Делать еще нечего. Целый час есть. Да, конечно. Это, там деньги отдавать не надо. Мы уже отдали. Хорошо, я как заберу, вам позвоню. Давай, мам, целую, пока. Угу. Бля, мне, короче, ехать надо. Стар забрать. Потом на вокзал мясо. Потом пар. Бля, на пары пох вообще. Ладно, поехал. Давай, Ахжол. Вообще нормально, чувак, он на балконе сидит спокойно, шарбит. Ты кто такой? Чё тут ищешь? Я тут ключи потерял. Ага, ключи? Да. Чё, помочь? Да нет, не надо, спасибо, я сам найду. Да ладно, чё ты, мне не сложно, давай помогу. Спасибо. Ключи. А как выглядят твои ключи-то у меня? Обычные ключи. Ну да. Думаю, если я их найду, не ошибусь. Да, это точно. Ну все, он уже знает. Спасибо. До свидания. Да не за что. Ты же сам их нашел. Спасибо. Ну нет. Ну ладно. Быть и ты. На минуточку задержитесь. Мне ваша помощь нужна. Мы тут наркоторговца задержали. Нам нужен понятой. Пойдемте со мной, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я тороплюсь. У меня мясо побыстрее нужно в холодильник закинуть. Я не могу. Прям сильно спешите, да? Да, да. Ладно, не буду задерживать. До свидания. Фартануло. Вот, пошел торчок. Уберу, чуваки, уберу. Сорян. Сорян, чуваки, я уберу торчок. Саламчик! А ты чё тут пасешься? Да так я подругу жду. Походу она не подъедет, я поеду под свой. По времени? Да, пообщаемся. Ну что, только познакомимся. Все, и пацаны, мне правда ехать, тогда я тороплюсь. Чё, у вас есть ещё такие, пацаны? Реально? Нет, пацаны. Нихуя себе, смотрите, нет, пацаны, нет, ебать! Пацаны. Сука! Упс. Барыга ебаная. Выброси. Чертила, бля.
Давай, сука. Если еще раз увижу, выебу. Понял? Понял, Черт, сука. Сука. Попроси помощь у родаков. Они же тебя не убьют. Если ты не хочешь говорить, ну отчислят. Многие без образования работают. Сука. Открой, пожалуйста. Да все, уж умывайся. Алтик, открой. Ты что там долбишься? Бро, салам. Я договорился по сумме, будет ниже, если ты до завтра поставишь папки. Бро, я не могу завтра поставить, у меня проблемы возникли. Да ёб твою, я же договорился, ты чё? Я же тут позже подставляю всё. Алдик? Классно, выключился свет, типа... Темная сторона проснулась. Дай мне 2 дня, я тебе поставлю 700 тысяч. Сколько, говоришь, есть? Надо 150 вернуть за потери товара. Стоит 200. 200. Стоит на месте. Карабазар. Черный рынок. И вот так и на бестромах. Да ладно. Игрушечный. Че ты угораешь? Ебать, угорают же, пацан, че ты? Ты кто-то в лысо написал. Ну, ебать. Привет. Че, рука тоже воняет. Исцеление, братан, исцеление. Это тебе стол нужен. Тебе сколько лет? Что-то знакомый голос. Ну, да ладно, шучу. Выбирай. А, не. М9. Он же Беретта. У итальянца хорошая пробивная сила. С легкостью пробивает стандартный бронежилет. К тому же менты запарятся выяснять, кто и когда вынес его из оружейки. Понял? Кивни. Понятно. Беретта 84. Тоже итальянец. Предназначен для ношения под одеждой. Магазин 13 патронов. Для суеверных не очень-то годится. Ну, с твоим бюджетом, молодой человек, могу предложить Макаров. Легко разбирается, чинится, собирается. К тому же удобно носить под одеждой. Есть один дефект. Плохая фиксация магазина. В бою обнаружить, что остался без патронов, не очень-то приятно. Отправят к праотцам, глазом не успеешь моргнуть. Так что на войну с ним соваться я бы не советовал. Тебя-то чисто попугать. Ну как пугач сойдет? Что, завернуть в подарочную упаковку? Да ладно, шучу. Так а что, травмат бы просто взял. Гаш, МДМА не интересует? Нет. Не увлекаешься? Нет, спасибо. Ладно. Спасибо. Поговорить хотите? Поговорить.
Ну давай. Давай поговорим, давай пообщаемся. Пообщаться же хотел, давай. Что, такой диск, что ли? А? Что, не ожидали, да? А? Такие герои теперь, да? Вспоминается, сука, таксист, да, черти, а? Джокер. Ну, сука, я за себя не отвечаю. Если кто-то из вас еще рыкнется, пристрелю нахрен. Что ты сказал? Ты это мне сказал? Сука. Куда неплохо. Эти деньги? Там мы с пацанами бизнес делаем. Бля. Такой деловой. Чуваки, план на вечер. Какого черта, все, что ли, кончилось, получается? Слишком короткая серия. Вообще даже не заметил, как пролетели эти 15 минут. Но, в принципе, я доволен всем. Итак, начинается у нас серия с Наркоши. И я сказал то, что было бы круто, если мы погуляли по городу там его глазами, но смотрели бы на мир, типа, от первого лица. Было бы круто. Вот. После... Ну, что тут у парнишки происходит, в принципе? Он клево придумал этот момент с магнитиком, но почему-то попался же опять, ну, спустя там какое-то время на спортивной площадке. Что ему мешало просто опять же где-то... Ну, избавиться вообще вот от этих закладок, где он прям что-то открывает, копается и так далее долго. Использовал бы дальше эти магниты, я что-то не понял вообще, что он так. Вот. Да вообще, в общем и целом, серия хорошая. Немного потрепал на нервишки тот чувак, который помогал ему искать ключи, и копы, которые бежали. Когда, то есть... Ну, подошел уже, типа, на опознание, что ли, или что ли там. А, как свидетель. И я думал сейчас, ну, что он будет делать, у него есть груз там с собой. И его поведут еще в участок, это же, ну, все, пипец. Так. Очень классный момент в ванной, в туалете, когда горел свет. Он же вроде бы на правильном пути был, как бы. Мне кажется, он хотел бы отказаться уже от этого всего. Но он все-таки, свет такой потемнел, и он принял решение идти дальше. В итоге он берет оружие. Интересно, что же будет дальше, куда он придет. И почему именно... Концовка вообще крутая с этим зеркалом, то, что он говорит на камеру. Топ. Вот. Но почему он не взял обычную какую-нибудь пугалку, прям, ну, простую, не знаю, мне кажется, испугались бы и того. Хотя пацаны шарят, типа. Ладно, все, в принципе, в общем и целом, топчик, мне понравилось, как вам реакция, пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны, спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.